Ну, есть идеи, на что им столько энергии? Им всем понадобилось зарядить свои устройства? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания. И мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к Космо за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери заперты. Найди другой выход. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Отойдите. Приезжай в Калифорнию. Отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, Квилл. Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаем. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. В рот мне хвост! Что эти вмятские табуны делают с контракцией? Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Она что-то выкачивает! Это связано с теми кубами? Я не знаю! Надо глянуть поближе! Эй! А помните странную церемонию, которую жрец проводил на скале? Его красный плачет. Точно, точно! У него была какая-то хрень, которой он откачивал соки из зомбированных ветроголовых. Они то же самое делают с контракцией? Не знаем и не узнаем, сидя здесь. Похоже, они чем-то запасаются. Рот мне, хвост! Орел бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем. То есть она эвакуировалась? Не знаю. Может, забаррикадировалась в своей каюте? Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло. Здесь взорвался корабль церковника. Да, как-то тут все изменилось. Из-за гигантской машины. Уверяю тебя, Питер Квилл, именно здесь вы с девочкой чуть не разбились насмерть. Ну так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты, регелианские сепараторы, катоды ГРИ. Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. У меня все приборы зашкаливают, но что это за энергия, понять не могу. Что за... Мя! Отчет для пса. Хвост так громко. Подсчет для пса. Устройство высасывает энергию из контракции. Не забудь про энергокубы. Подсчет для пса. Энергия накапливается в необычных кубах. Нам нужно глянуть на ту гигантскую лучи хрень! Переправишь нас? Я не жду! Отчет для пса! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это! К тому же, так мы наверняка разнесем весь корабль! И себя тоже! Ракета, а рядом с этими аккумуляторами точно безопасно находиться? Нет, да все равно не угадаешь, что тебя убьет. Эти уроды или радиация? О, бедняжка контракция! Быть прострелянной из гигантского лазера-пылесоса не так уж и плохо!
сейчас Милана, я утащил бы себе один из этих аккумуляторов. В одиночку? В смысле, утащили бы! Мы с Драксом! Если бы ты вежливо попросил. Не подставляйтесь под луч! Цельный совет! Страшно, Балтик, говорит Господь. Улики указывают на то, что надежда Халлы – ключ к тому, что происходит в галактике, что там шумит. Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет! Передай, что его рука нас чуть не угробила. С кораблем что-то не так. Очень громкое что-то. А точнее? Весь корпус снова спятил. Был бой, но трупов нигде не видно. А, и здесь гигантская лучевая пушка. Страж отыскал Центуриона, Карел? Пока нет. Страж должен ее найти. Может, она ответит на вопрос. Клякса, это выглядит красиво. Мы однозначно победим, Квилл. Только они могут танцевать.
Давайте покажем им, на что мы способны. Ты не заметил моего боевого мастерства? Я и говорю, покажем им. Мы много эффектных движений знаем. Кто со мной? Все, расстроение. Я буквально скучаю по Танос. Давай, вруби! А за что идет от тебя планета Паспорт-Сея? Моя погибель близка! Готовься! Давай, Гамора! Это мне по душе! Вовремя! Отлично! Никаких больше полетов! Надеюсь, они не разболтают, что мы здесь! Пусть приблизится, я попробую твоего плитка! Это будет славная битва! Центурионы не так просты, как кажется! Ладно, сдается мне, началось все именно на этом корабле. Найдем Карел, она нам все расскажет. Есть идеи, где ее искать? Начнем с ее каюты. Я даже знаю, где она. Знаешь, как нам выбраться? Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились, когда взорвался корабль Рейкера. А знаешь, ты так и не объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул. Затем, что просто должен был. Поспешим, могут прибыть новые фанатики. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. Ха, что-то не так. Кажется, я зря старался. Успешный план состоит из этапов. О, опять читал книжки по мотивации? Питер, нужно как-то затормозить эти батареи. Подсчет для пса. Рокот продолжается. Бедная контракция. Думал, что это сработает. Что я упустил? Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь бы подальше отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Вот и все. Я все сделал. Да, спасибо. Имей в виду, эту штуку может расклинить. Нам нужно как-то пройти. А нельзя было отключить эту штуку из реакторной? Нет смысла думать о прошлом. Нужно смотреть вперед. Все по моей задумке. Отлично, вперед. Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. В этом ангаре столько энергии, что мои волосы электризуются. Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее воля. Живо! Их слишком много. Прыгайте в дыру. Все же... Кем ты прыгнул за девчонкой? В десятке твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета, нет. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ну и в чем разница? Забудьте о Рейкере. Наша задача — отыскать Ники. Твоя задача. Моя — не сдохнуть на этом дебильном корабле. Пес хочет, чтобы мы отыскали Центуриона Карел. Точно. Значит, три задачи. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квилл. Я не провалился. Я прыгнул, как герой. Гамора, помоги-ка мне здесь. Сейчас, Питер. Крут, давай еще разок. Мы найдем Карел и Ники. Да,
Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны и роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком? Не будет никакого пари. Потому что ты проиграешь. Потому что просто так нельзя. А что в этом такого? Питер Квилл недостаточно эмоционально зрел, чтобы верить в их смерть. Во-первых, он... Ого! Оберегись! Я есть Грут. Грут говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Я есть Грут. Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать Космо. На ваши вопросы. Ты случайно Ники не видел? Прости. Что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Я есть Грут. Не сомневаюсь. Осторожно, Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было. То есть смертельно опасного зеленого газа. Тут сплошная смертоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да уж, надеюсь, потому что я в это соваться не собираюсь. Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать леденящий? Славно. Вот так. Отстынь-ка. Снова газ смерти. Может, Ники и Корел используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы. Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя, как последний кретин. Даже хуже, чем обычно. Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь насмерть. Это не моя вина, что команда разваливается. Послушай, Ракета, я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас и сплотило. Я не отстоен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подросток. Но раз ты признаешь, что ты отстой, уж будь уверен. Вот, нам точно сюда. Отметки говорят об обратном. Вот именно. Секретное убежище Ники совсем близко. Мы ищем не каюту Центурионши? Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать, это место для нее важно. Ого! Это все Ники нарисовала? Ничего так, да? Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Это Питер! Пират! Ники! Мы не будем тебя убивать! Нам нужно попасть. И снова спасибо тебе, ключ Ники. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему у нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карел, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь?
Сколько лет ребенку? 12. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае неважно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребенку 12. И Питер Квилл был с матерью 12 лет назад. Это факт. Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно, давайте убедимся, что Карел и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдем искать дальше. А только мне неловко так вот копаться в ее вещах. Питер Квилл ее отец. Вторгаться в ее личную жизнь его обязанность. Питер Квилл ее отец. Вторгаться. Я уверен, ее здесь нет. Кажется, он не свыкся. Может и нет. Может, вот он, ее отец. Фу, на вид еще больше раздолбай, чем ты. Все никак не привыкну, что она рубит во всей этой технике. Я куда круче. Да, но ей 12. И что? Мне 15. Видимо, Ники не фанат скрулов. А кто вообще их фанат? Действительно. Хм, не дурной верстак для девочки. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карен. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, звездный папаша. Смешно. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за них. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. И я. Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запитала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупости ей должно было передаться. Если бы у меня была дочь, она точно была бы круче и сообразительнее всех. Прям как Ники? Ну да, наверное, да. Пацанка явно в мать пошла. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? Ну вот, пожалуйста, они! Это было не слишком вероятно. Я знаю одно, этот лифт у меня уже впечен. Отчет для пса. Рохот. Бедная контракция. Бежи, Крут! Готово! Я убью тебя! Интересно, это совпадение или они нас ждали? Конечно, ждали. Нас трудно не заметить. Кто-нибудь еще волнуется о том, что мы найдем в каюте Карен? Я немного нервничаю. Покажи, что умеешь. Мяс, если честно. У меня плохое предчувствие насчет Карел и Ники. Что нам чувство? Нам нужно увидеть тела. Твой выход, Крак. Крак, теперь. Кажется, нам надо поговорить с Космо. Нам точно есть о чем ему рассказать. Все целы, раненых нет. Да, ты теперь всегда будешь в папашу играть. Все в порядке, мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да, надо туда подняться. Вперед, в каюту Карел.
Давай, Квилл, признай, ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. Ну, перспектива оказаться отцом и впрямь немного пугает. Немного? Прими свою панику, Питер Квилл. В ней вся суть отцовства.